Всем привет! Это Акстар, и сегодня мы посмотрим, реально ли научиться играть на гитаре за 24 часа на примере... Здорово всем! На самом деле, у нас не 24 часа, у нас 40 минут, потому что через 40 минут мне нужно лететь в аэропорт и улетать отсюда. В общем, прямо сейчас вы увидите мою кривую игру на гитаре. Я не знаю, честно слово, последний раз гитару держал лет 5 назад. Что из этого выйдет, вы будете судить. В общем, на канале Тима Мацони вышел видос, где он учит меня битбоксить. И обязательно посмотрите. И мы решили провести розыгрыш 30 тысяч рублей, 6 победителей по 5 тысяч вместе скинули, значит, на этот розыгрыш. Чтобы вам участвовать, вам нужно поставить лайки на оба видео, подписаться на два канала, подписаться на оба канала и прокомментировать оба видео. Через 24 часа в наших инстаграмах итоги этого розыгрыша. Подпишись, чтобы тоже не пропустить. В общем, погнали. Значит, покажи, что ты умеешь. Короче, это мой максимум. Вы готовы? И еще вот это вот есть у меня. Отлично. Сегодня, знаешь, мы попробуем, чему тебя сегодня научить? Так. Представляешь? Это... Нет. Не представляю. То есть я не удивляюсь, что ты будешь сегодня на это играть? Нет, я так точно не смогу. Самое интересное, что я могу это ртом взять. Повтори просто то, что я сыграл. Подожди, да стой. Смотри. Вот так. Ты что, не видишь ничего? Да блин, у меня зрение как у крота. Очки не хочу носить, но сам понимаешь, очкариком буду. Ну да. А линзы боюсь. Так что ж ты раньше не сказал? У меня была та же проблема. Пока я не попробовал контактные линзы Acuvue. Специалист мне, значит, подобрал по моим индивидуальным параметрам пару линз, научил, как их правильно одевать, снимать, и оказалось вообще все несложно, а ты боялся. Линзы я почти не чувствую, а вижу отлично. Я на самом деле серьезно, я их вообще не чувствую на глазах. Я могу работать за компьютером, играть на гитаре, отлично все видеть, заниматься спортом, и никакой сухости, все влажненько. Так что вот не бойся, переходи на линзы. Вот, для работы за компом то, что нужно. Сейчас самое время перейти на линзы, ведь при регистрации в приложении My Acuvue ты получаешь скидку 500 рублей на первую покупку линз. В приложении можно копить бонусы, обменивать их на скидки и бесплатные упаковки. Друзья, если у вас проблемы со зрением, переходите по ссылке в описании, скачивайте приложение My Acuvue, регистрируйтесь в нем и пробуйте контактные линзы. Главное проконсультироваться со специалистом. Сейчас. Я не знаю, клянусь, я не понимаю. У меня есть полчаса, чтобы научить его чему-нибудь. Ребята, вы же в меня, в нас верите. У меня обязательно за полчаса должно что-то получиться. Обязательно поставьте лайк. Я поставил лайк. Нормально, целый, все хорошо. На канале у Тимы вышел видос, где он учит меня битбоксить. И вы можете заценить. На канале Тим Мацони. Это лютый трэш, да, зайдите посмотрите. Наверное, такой же трэш, который сейчас вы здесь видите. Я никогда в таком не снимался. Все, ладно. Я просто покажу, чему я там научился, чтобы вы понимали. Смотри. Что зажимать-то пока? Тебе нужно сейчас на пятом ладу. Так, лад считается отсюда. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Зажать? Зажимаем. Нет, не так. Зажать мизинцем средним. Матерь Божья! Подожди. Вот так? Вот так, вот так и вот так. И теперь смотри. Блин, как сложно, офигеть! А почему у меня вот здесь пальцы так сильно прорезаются, а у тебя ничего нету? Потому что, ну да. Потому что потому. Я тебе сейчас расскажу, как этому обучиться, ага. И дам тебе 5 минут на то, чтобы ты самостоятельно научился это играть. Смотри, значит, ты... Первый аккорд, да? Ага. Первый. Потом вот это второй. И третий, это убираешь мизинец. Убираешь мизинец и ставишь сюда. Вот это. Как ты это запоминаешь? Ты чё? Это самое легкое, что можно, наверное, сыграть. Ребят, скажите, пожалуйста, я один такой тупой? У меня прям глаза разбегаются, я не понимаю, здесь столько струн. Смотри. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Представляешь? Два квадрата. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. 8, 4, 4. О боже, надо запомнить, кошмар. Я уверяю, что в конце этого видео вы офигеете от результата. Ребята, кто хочет научиться вместе с Тимой играть это элементарное произведение,
Табы я, во-первых, высечу на экране, а также они будут в описании. Можете тоже вместе с Тимой попробовать. Давай по новой, Миша, все х... Раз, два, три, четыре, пять. Спокойно, я не матерюсь, все нормально. Просто немножечко нервничаю. Такое бывает. Ты очень странно начинаешь, смотри. Ага. У тебя получается так, что ты, типа, знаешь... И потом в два раза быстрее. А как надо? А там вообще идет такое постепенное ускорение, то есть... А, ты их вот так отдергиваешь, а я по ним долблю и по этим. Ну, я просто знаю, что тебе так проще сейчас, потому что вот так ты не сможешь вообще, намного сложнее. Поэтому попробуй вот так вот. Так, теперь я должен с гитары. Как у тебя, звонко все звучит? Да блин! Давай перейдем к следующей композиции. Давай, показывай. Каково впечатление? Впечатление, как будто у меня пальчики на венские сосиски порезались. А где моя сосиска? Кот сожрал. Кот собак! Теперь у тебя есть на выбор три композиции. Матерь Божья. Нирвана. Вот, первая. Значит, дальше. Вторая. Harry Potter. Либо третья. Он угорает, да, надо мной? Это иллюзия выбора. Ты угораешь, Дон, это невозможно. Ну давай, Тима. У меня есть для тебя предложение. Многие думают, что это очень сложная композиция, но на самом деле ее очень легко сыграть. Я думаю, что я только сверчка смогу повторить. Смотри. Сегодня ты сможешь реально сделать это. Шоу Юмор ФМ. Нет, на самом деле ты сможешь вот это сделать реально. То есть... Ты можешь сделать так. Я не смогу. А вот и проверим сейчас. Значит, ставь аккорд. Будь здоров. Не корона, бро! Не корона, бро! Точно не корона, бро! Аккорд ЕМ. Знаешь, ну? Да? Вот эти, тебе учили его? Да, конечно, мы по музыке проходили аккорд М. ЕМ. ЕМ, да. Да. Смотри, значит. Да-да. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А как ты здесь... Попробуй взять вот так вот палец, типа... И вверх еще. Ту. Еще вверх в конце. Сейчас. Я не понимаю... Больно, больно, да. Ладно. Больно мне, больно. Этот парень был из тех. Все. В конце, вверх. Посмотри. Та-та-та-та-та-та-та-та. А, тан-даран-дан-дан-дан-дан-дан. Да. Потом идет следующее. Смотри, а? Тебе нужно научиться вот этому приему. Это что? Тебе нужно, смотри, здесь сыграть. Чё? Смотри, здесь сыграть. За виртуозные движухи. И этим пальцем нужно сдернуть. Ну-ка, просто дернуть, вот попробуй. Здесь? Да, попробуй. Чё? Смотри, дергиваешь, еще раз играешь. Стой, подожди, нет. Та-та-та. Итак, финальный результат Тима Мацони. Погнали. О мой бог. Вы что думали, что это я буду играть? Нет, ну давай, реально. Итак, финальный результат. Что ты научился сегодня? Покажи. Thank you.
очень круто, на самом деле. У тебя круто получилось, 3 квадрата, еще и битбокс в конце. Правда. Это кайфово. Да слушай, ты что-то меня прям вдохновил, мне очень понравилось. Прям захотелось играть на гитаре. Я, да, знаете, здесь очень сильная боль в пальцах из-за того, что я вообще не играю, и я об этом забываю. Потому что... Я горжусь, слушай, мне нравится. Спасибо. Давай, вторую. Так, сейчас. Это очень тяжело. Смотрите, нифига себе, какая мозоль, офигеть. Покажи. А увидите вы, нет? Офигеть, покажи. Блин, да, я попробую сфокусировать, где у меня там пальчик-то. Пальчик, смотрите. Вы увидите мозоль. Офигеть, у тебя мозоль. Да, смотрите, ну ты же не прикалываешь, да. В принципе, если бы ты посидел полчаса, у тебя получилось бы сыграть так. Я уверен в этом. Потому что у тебя хорошо с ритмом, тебе просто не хватает именно ловкости. Да, я пытаюсь. То есть я уверен, ты бы смог сыграть так. Блин, нет, это мне кажется, вот битбокс это такая ерунда по сравнению вот с этим. Я не понимаю, если так тяжело. Не понимаю! Это офигеть, как тяжело. Ну, тебе понравилось? Да, это очень круто, вообще прям респект. Я прям прокайфовался. Ребята, не забывайте, на канале Тима Мацони вышел видос, где я учусь битовать. Это тоже получилось очень весело. И не забывайте, разыгрываем 30 тысяч рублей среди тех, кто прокомментирует оба видео, поставит лайки на оба видео и подпишется на наши оба канала. А победителя мы объявим через 24 часа после публикации этого ролика в своих инстаграмах. Поэтому обязательно участвуй. В общем, ребятки, я пожелал вам всего этого в своем ролике, но здесь я вам желаю этого вдвойне. Крепкого здоровья, чтобы вы стремились только к лучшему, достигали своих целей, поставленных целей. Радовали своих близких, своих родителей, учились на отлично. Счастья, здоровья, успехов вам желаю я вместе с Пашей. Да, и я повторюсь, что я говорил в ролике в Тиме. Ролик. В ротике у Тима. Я вам желаю, чтобы 21 год был лучшим вашим годом из всех предыдущих. Сделайте так, чтобы 21 год стал ключевым в вашей жизни. И самое главное, что он не станет сам по себе таким. Именно вы должны его сделать. И вам нужно стремиться к этому и работать над этим, чтобы 21 год изменил вашу жизнь. Я уверен, у вас все получится. Вас с наступающим Новым годом! С вами был я, Тим Мацони. Паша, Акстар. Все, до новых встреч!